А знаете ли вы, чем знаменито Балтийское море? Как гласит история, этот северный водоем омывает берега России, Швеции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Дании и Финляндии. О нем упоминается еще в «Повести временных лет», где море называют Варяжским. Именно здесь проходил вплоть до 12 века знаменитый путь из Варяг в Греки, соединявший Северную Европу с Византией. Наши предки именовали его еще Свейским по имени древнего племени Свей, проживавшего когда-то на территории Швеции. В 18 веке в России его называли на немецкий манер – Остзейским, но с 1884 года закрепилось современное название. Балтийское море – одно из самых молодых на Земле, сформированное около 4000 лет назад. Оно считается относительно спокойным, высота волн здесь редко превышает 3 метра. Но несмотря на это, его часто называют кладбищем затонувших кораблей, так как на дне водоема покоятся останки тысяч судов, погибших здесь в разное время. Из-за низкой температуры воды и ее невысокой солености, эти артефакты хорошо сохранились за минувшие столетия. Самый крупный остров Балтийского моря, Готланд, принадлежит Швеции. Есть здесь и необитаемый остров Маркет, поделенный между Швецией и Финляндией, площадью всего 3 гектара. На нем 2 часовых пояса, и чтобы изменить время, достаточно сделать несколько шагов. С 1986 года 22 марта отмечается как День Балтийского моря. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний.